Национальная ассоциация объединений офицеров запаса вооруженных сил «Мегапир» поздравляет! Хочется пожелать от имени правления Национальной ассоциации «Мегапир» всего многотысячного коллектива мегапировцев, генералов, ветеранов, крепкого здоровья всем работникам военных комиссариатов. Удачи, благополучия! Первым военным комиссариатом молодой Советской Республики был организован военный комиссариат города Москвы. Сейчас в своем составе он имеет 31 районных военных комиссариатов. Это сильная структура, которая позволяет выполнять поставленные задачи по подготовке, призыву, отправке на военную службу молодого пополнения вооруженные силы, по учету лиц, пребывающих в запасе, в отставке, по подготовке резерва. Национальная ассоциация «Мегапир» ведет очень серьезную и активную работу по организации взаимодействия со всеми военными комиссариатами на территории нашей необъятной Родины. И это очень важно, потому что и к нам в ассоциацию обращается много ветеранов, родителей призывников, родителей военнослужащих, которые служили службу, за многими разъяснениями и просьбами. Мы пытаемся увязать свою работу с военными комиссарами, с работниками комиссариата. И я скажу, что в целом у нас это все получается. Но, конечно, базовая задача – это работа с ветеранами. Но работа с ветеранами не просто конкретно с ними, а работа с военными комиссариатами, с ветеранами для последующих задач, которые мы решаем – это школа и юнармия. Правлением ассоциации «Мегапир», руководством, было принято решение во взаимодействии с Московским городским военным комиссариатом создать фильм о военном комиссариате города Москвы. У нас есть желание показать кропотливую, напряженную работу, базисную работу военного комиссара, его помощников, всех коллективов военных комиссариатов по решению государственных задач. И, конечно же, этот фильм мы размещаем на нашем YouTube-канале, YouTube-канал ассоциации «Мегапир». Хотелось бы еще раз поздравить всех с праздником военных комиссариатов.